По уверениям организаторов, на этот раз «Сказочное королевство» заметно расширит свои границы. Фестиваль примет театральные коллективы, работающие для детской аудитории, из Омска, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Казани, Москвы, Донецкой Народной Республики, городов Крыма и других регионов. В дни фестиваля с 1 по 7 наш театр станет местом притяжения всех неравнодушных к театральному виду искусства, всех, кто хотят получать яркие впечатления. Все, кто хотят открывать для себя новое, неизведанное, знакомиться с новыми театральными коллективами. Я без сомнения скажу, что, конечно, наш фестиваль станет украшением начала лета в нашем городе Севастополе. Особенностью фестиваля детского театрального искусства в нынешнем году станет показ спектаклей для юных зрителей, проживающих в отдаленных районах города и в сельской местности. Большая программа бесплатных фестивальных показов сформирована для зрителей Инкермана, Балаклавы, Фронтового, Орлиного и Новобобровки. Для нас это очень важно, во-первых, еще потому, что театры, которые приезжают к нам, они могут познакомиться не только с городом Севастополем, они могут увидеть, да, ведь все села входят в состав нашего города, плюс это отдаленные районы, город Инкерман, город Балаклава. Они могут увидеть, посмотреть, пообщаться с ребятами. Ну, и нам кажется, что это очень интересно. Как и в прежние годы, кроме театральных показов, в рамках «Сказочного королевства» пройдут мастер-классы, лекции от профессионалов, лаборатории актерского мастерства. Примечательно, что в состав жюри впервые войдут исключительно юные эксперты, поскольку фестиваль создан именно для них. И театральные критики, которые приезжали сюда, они очень заинтересованы в том, чтобы подрастали дети, которых бы это увлекало, которые бы уже умели анализировать спектакль, которые умели бы его оценивать и умели бы эту оценку аргументировать. И вот пусть это будет, да, Людмила Евгеньевна, такой первый опыт, мы посмотрим. Но все-таки, наверное, надо начинать. И даст Бог, вот этот опыт будет очень-очень позитивным и положительным. Торжественное открытие 7-го Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство» состоится 1 июня в 10:00. Показы спектаклей театров-участников на сцене Севастопольского ТЮЗа будут проходить ежедневно в течение недели, начало в 11:00 и в 18:30. С фестивальной программой можно ознакомиться на сайте Театра юного зрителя и в социальных сетях. Максим Давыдов, Севинформбюро.